Итак, в этом ролике мы будем реставрировать старое советское кресло. Кстати, я снял мерки, и если что, вы можете их найти по ссылке в описании к ролику. Ну а для начала я его разбираю, чтобы посмотреть, в каком же оно состоянии изнутри. Для снятия лака с ножек я использовал уничтожитель B52. Кстати, полезная информация, не наливайте его в пластиковую посуду. Она очень быстро плавится. Через полчаса после нанесения с ножек лак сошел достаточно легко. А вот с подлокотников он даже и не думал сходить. Поэтому пришлось пропустить подлокотники через фуганок. Каркас сидушки и спинки кресла мне показались достаточно крепкими. Единственное, я заменил вот эти 4 элемента, которые задавали рельеф, наверное, креслу. Темным воском я покрыл подлокотники и ножки кресла и сделал черновую сборку кресла, чтобы посмотреть, как выглядит серый материал.
Для сидушки и спинки я оставил резиновые полосы, которые там и стояли, только лишь посильнее их натянул. Плюс добавил несколько полос современной натяжной ленты для мебели. Первым слоем поролона для сидушки и спинки послужил 40-мм лист 25-й плотности. На втором слое поролона я решил сэкономить. Проклеил все 30-мм остатками, плотность их была чуть ниже, где-то, наверное, 22, скорее всего. Пробил этот слой скобами по краю торца нашего каркаса, чтобы в итоге получилась округлая форма. Для удобства сборки наметил все отверстия, которые идут через поролон. Также я срезал клеевой слой на стыке поролона, который в дальнейшем был скрыт полосой синтепона, дабы стык был менее заметным. Ну и окончательным слоем был синтепон. На этом этапе я еще раз собрал кресло, чтобы уже убедиться, что я молодец, видимо.
Ну а на этом все. И как обычно, если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике.